Малый и средний бизнес – основа развития экономики. В Симферополе проходит научно-практическая конференция, посвященная именно этой теме. Ее цель – помочь предпринимателям скорее адаптироваться в новых российских реалиях. Профильные специалисты не только из Крыма, но и с материка расскажут бизнесменам о действующих программах господдержки. Подробнее в нашем сюжете. В этом зале собрались как начинающие предприниматели, так и опытные. Сейчас они только привыкают работать по российским законам, а потому часто сталкиваются с проблемами. Здесь бизнесмены для того, чтобы понять, как их правильно решать и на какую поддержку от государства они могут рассчитывать. Уже сегодня на полуострове успешно действует специальная программа. Гарантийный фонд и фонд микрофинансирования осуществляют материальную поддержку в виде поручительств, в виде микрозаймов. И те условия, на которых выдаются эти виды поддержки, они уникальны для предпринимателей, поскольку ни один банк, ни одна кредитная организация не способна по таким условиям, под такие проценты выдать кредит, либо другой вид поддержки оказать. Сейчас на полуострове действует свободная экономическая зона, и это, безусловно, большой бонус для местного бизнеса. Но в целом перспективы и трудности развития предпринимательства в Крыму такие же, как и в других регионах Российской Федерации, говорят специалисты. Бизнесмены отмечают схожесть проблем – произвол чиновников, недоступность финансов, высокие ставки по кредитам. Члены Общественной палаты страны, которые курируют эту сферу, подчеркивают, их задача сегодня – объяснить предпринимателям то, что поддержка бизнесу может быть оказана и на законодательном уровне. Важно также, чтобы были учтены плюсы, которые есть у каждого региона. Например, там туризм для Крыма, там понятно, наверняка золотая жила, если ее правильно и грамотно развивать. Но есть часть законодательных инициатив, которые там могут ее просто сдерживать. Например, сейчас вот есть такая законодательная инициатива в Государственной Думе о том, чтобы запретить размещать малые средства размещения, там хостелы, мини-отели в многоквартирных жилых домах. Безусловно, это наверняка может коснуться в том числе Крыма и гораздо более существенно, например, чем Москву. Поэтому здесь очень важно, чтобы такие инициативы, они очень мягко и внедрялись. И с учетом мнение предпринимателей. Научно-практическая конференция продлится 2 дня. В первый предприниматели только ознакомятся с предложенными им формами поддержки, а уже завтра у них будет возможность обменяться опытом ведения успешного бизнеса с коллегами из Южного федерального округа. Елена Бережна, Алексей Романов. Время новостей.